Пане Юрію, я хочу з вами поговорити, зокрема, про те, що відбувається в інформаційній площині. Дуже багато зараз розмов про потенційні перемовини між Україною і Росією. Ну і от, зокрема, ви знаєте, я думаю, ініціативу президента Об'єднаних Арабських Еміратів, який запропонував в Дубаї організувати зустріч президента України і президента Росії. Ну і Державний департамент Сполучених Штатів Америки відреагував, власне, на цю ініціативу, сказав, що рішення буде приймати тільки український президент. Ми розуміємо, що наша позиція є незмінною. Жодних перемовин до відповідних умов, допоки не будуть виведені російські війська повністю з території України. Який сенс взагалі у таких ініціативах? Як ви оцінюєте те, що відбувається? Чи не занадто багато про це зараз розмов? С того, что мы видим сейчас, кажется, только ленивый не предлагает переговоры устроить у себя, но Объединенные Арабские Эмираты оказываются в определенной небольшой компании такой, потому что, понимаете, пригласить, ну, я могу пригласить и Зеленского, и Путина ко мне домой на переговоры о мире, но Зеленский может приехать, а Путину сложнее. И вообще есть только несколько стран, кроме Соединенных Штатов, которые не подписали договор о Международном криминальном суде. Одной из этих стран, ну там Иран, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты. Они подписали, но не ратифицировали. Поэтому я думаю, что это действительно площадка, которая в каком-то смысле может выглядеть выигрышной для Владимира Путина, потому что, по крайней мере, не отметается сразу возможность его присутствие, потому что там, возможно, не обязаны его арестовывать как международного преступника. Но кроме этого, мы сейчас никакие переговоры серьезно... Я вот просто просмотрел англоязычное пространство, но не вижу я новостей про это, потому что мне кажется, что сейчас попытки есть, может быть, вот от Арабских Эмиратов, но не интереса сейчас нет ни у России, ни у Украины к этим переговорам. Даже то, что мы слышим от Соединенных Штатов, и военные оценки того, как продвигается контрнаступление, это вот то, о чем мы говорим. Мы не говорим о переговорах, мы говорим о том, как идет контрнаступление. Поэтому такие заявления, они, мне кажется, имеют разные цели, но смотреть на них как на ступень, которая приведет нас к долгосрочному миру, я бы этого не делал, и мы Соединенные Штаты этого не делают, потому что они нам говорят раз за разом. Бернс опять доложил, что Путин не заинтересован в переговорах, они прут дальше. Поэтому пока они не поймут там в России, что это гиблое болото и что им нужно прекращать это, а Украина, естественно, не будет прекращать, пока не получит обратно территории и выйдет на границы 91-го года, мы сейчас какие переговоры? Сейчас, видимо, не время переговоров, и об этом только Арабские Эмираты. И те, кто хотят как бы использовать это для поднятие своего мирового статуса. Вот у нас переговоры. Это прекрасно. Кожен хоче бути перемовником, але ж тут принципово треба розуміти, що треба бути на стороні добра, а не на стороні зла. Тому що ну це оціниться світом тільки, коли ти будеш в пантеоні з переможцем. А це буде точно не Росія. Цікаво сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні. От він також відреагував. Да? Він сказав про те, що ми не побачимо за столом перемовин Зеленського і Путіна. Але він говорить, що по факту зараз є інші дипломатичні способи, аби вести справи опосередковано, ну, тобто не напряму з Путіним. Ну, тобто головне у тому, що розмова з Росією так чи інакше, але має бути. І нам все одно треба буде якось співіснувати, тому що ми, на жаль, не можемо поміняти собі сусіда. Чи може це відбутися за допомогою третьої країни по аналогії, до прикладу, як працювала зернова угода? Так? Ми нічого не підписуємо, ні про що не говоримо конкретно з Росією, але може бути налагоджений якийсь процес за участі якихось... Ну, але це країна, це третя сторона, ця, як на мене, має бути якимось ну, надпотужним гравцем. Конечно, в этом может принять участие третья сторона, и кому-то нужно будет делать, так сказать, играть роль независимой площадки. Мы знаем, что когда был Минск-1 и Минск-2, Минск — это абсолютно независимая площадка, но это выражалось состояние сил на тот момент. Поэтому в каком-то смысле, кто здесь сыграет роль третьего, кто будет третьим, тоже имеет какое-то значение. Но в конце концов, это, с одной стороны, есть базовая
базовое понимание, что любая война должна закончиться переходом к миру, и, как вы абсолютно правильно сказали, соседи не выбирают. С другой стороны, с таким соседом, как Россия, надо глаз да глаз. Поэтому что означает мир? Есть мир варианта заморозки, как мы видим на корейском полуперешейке, поэтому полуострове. Поэтому как это может быть замороженный конфликт, это может быть израильский вариант. Тут много есть разных подходов, но все, мне кажется, в конце концов упирается в настроение украинского народа и желание украинского государства играть, вот, ну, как бы продолжать выстаивать, потому что союзники продолжают помогать, мы это можем обсудить, вот как вы сказали ранее, будет следующий президент, это важные аспекты, но в конце концов это про Украину, это Украина будет решать, когда подписывать этот договор, тут не будет какого-то секретного договорника, когда кто-то кого-то слил. То, что вот вы сейчас сказали о том, что в конце концов, ну как бы мы все равно идем к переговорам, вот этим и занимается Бернс, этим и занимается ЦРУ, как профессиональные шпионы и разведчики, они ищут, где вот создать такую площадку. Пане Юрію, я кажу про те, що ми, безумовно, нам треба буде поговорити про те, як буде Росія сплачувати нам репарації, як Росія буде відбудовувати нашу країну після української перемоги, про те, наскільки будуть всі воєнні злочинці покарані за міжнародною юрисдикцією. Ну і цікаво було б дізнатися, яким маршрутом Путін і його поплічники будуть їхати в Гаагу на трибунал для того, аби понести це покарання. Та? Ну, от про це би ми говорили, очевидно, коли би вже розуміли, що українська перемога і, власне, Росія вивела війська. Тільки після того, як Росія виведе війська. Такі позиції в нашої держави, принаймні, станом на сьогодні. Пане Юрію, давайте поговоримо про те, що ми зазначали у новинах. У Держдепі повідомляють, що довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію. Ну, це до розмови про те, що, а якщо раптом Трамп, а не Байден, очолить державу під час наступних виборів. Розуміємо, що в країнах таких, як Америка, є трансфер влади, коли одне рішення не має зворотного процесу і продовжується застосовуватися його наступником. Скажіть, наскільки це стала норма? І навіть якщо не Байден, а будь-хто інший, чи буде проукраїнська політика збережена? Знаете, это невероятно непростая ситуация для Соединенных Штатов обсуждать, потому что с одной стороны на линии стоит наше доверие, которое к нам испытывает весь мир, когда, ну, я не знаю, как долговые облигации, что если Соединенные Штаты взяли в долг, то Соединенные Штаты выплатят обратно. Но Соединенные Штаты столкнулись с ситуацией, когда оппозиционная партия в Соединенных Штатах даже не считает себя не обязательно обязаны играть по правилам, соблюдать законы, которые были сделаны, и контракты, которые были сделаны предыдущими администрациями, ставят под вопрос даже выборы в нашей стране. Поэтому рассчитывать, что такие люди будут выполнять свои обязанности на 100% невозможно. Да, в Соединенных Штатах есть институты. И мы видим, как помощь, когда вот была такая, при Трампе была помощь, какой Конгресс хотел помочь, Трамп это замедлял. В конце концов, там, что, так сказать, это заняло очень долгое время, и не то, что мы видим сейчас. То есть один президент может очень сильно повлиять на количество военной помощи, даже если Конгресс за ним единогласно бежит и погоняет. А сейчас мы видим, что ситуация меняется, потому что Соединенные Штаты, мы всегда как бы движемся от кризиса к кризису. Это уже одна проблема нашей национальной политики в принципе. А с другой стороны, мы видим, что контрнаступление не движется теми же темпами, которыми мы ожидали. Это о чем это говорит? Это говорит о том, что когда нужно будет голосовать о следующем большом пакете помощи, то новости будут, скажем так, как говорится, смешанные. То есть нужно помогать Украине все равно, потому что Россия — это зло, но насколько Украина победит завтра или послезавтра или через год или когда, нам непонятно, но нужно ее продолжать поддерживать. Поэтому в этом смысле мы союзники, и мы работаем вместе. Когда начинается
начинается, когда, как сказать, в Соединенных Штатах военные чувствуют, что, и даже политики, что происходит разъединение союзничества между Соединенными Штатами и Украиной, то это их очень заботит. Поэтому, когда Украина говорит, мы бы достигли большего, если бы у нас было другое оружие или больше оружия, или любое другой ответ в этом же направлении, то со стороны союзников, которые уже дали все, что они, так сказать, и так далее, это не выглядит единым посылом. Это выглядит как разногласие. А разногласие означает... А як тобі сказати, пане Юрію? Ну, пане Юрію, ну от це ж гра слів, очевидно, і трактування формулювань. А як сказати, що нам потрібні атакамси? Тоді ми вирішимо якісь певні задачі на полі бою. Якщо не сказати, що якби дали інше, ситуація була б інша. Вы знаете, мне кажется, что в какой-то момент нужно просто честно говорить с людьми, и это означает признавать определенную долю ответственности. Вот про это очень любят сейчас обсуждать на русском языке, про россиян, новые русские, хорошие, плохие, ответственность. Но ответственность лежит на всех нас. Мы, как американцы, несем большую ответственность, украинцы несут ответственность. И вот говорить об этом, признавать, что не только вы нам недостаточно помогли, а у нас, на нас лежит какая-то ответственность, и мы должны, ну, как бы это партнерство. Мне кажется, это то, что сейчас еще не было до конца испробовано, но в конце концов национальная оборона Соединенных Штатов требует поддержки Украины. Практически независимо от того, что даже говорит Украина. Нам нужно поддерживать Украину. Поэтому помощь должна продолжаться, но когда нужно будет голосовать по поводу нового пакета помощи, уже сейчас говорят об этом, что это не обязательно будет просто, потому что контрнаступление не идет так успешно, как надеялись, и поддержка в Соединенных Штатах не такая сильная. Слава богу, президент Байден не особенно за этим следит и продолжает гнуть свою линию поддержки Украине. Слава Богу. А скажите, пожалуйста, пане Юрию, как, в принципе, сейчас... Вы знаете, в Соединенных Штатах, я здесь достаточно долго живу, я видел разных президентов, у всех свои приоритеты. Но то, чтобы в этот момент исторический у нас оказался президент, который так много понимает именно про международные дела, и это его специальность, и у него еще приоритеты, которые совпадают с тем, что сейчас так важно для мира, это просто везение. Такого я не могу себе другого президента представить. Пане Юрію, скажіть, в принципі, як розгортається зараз політична оця гонка в Сполучених Штатах Америки? Так, ну, станом на сьогодні, скажіть, наскільки градус цієї гонки він зростає від дня до дня? Ну, знаете, не могу сказать, что она вырастает от дня до дня, потому что из-за того, что сезон начался так рано, потому что Трамп решил срочно объявить о том, что он кандидат до того, как ему вынесли криминальное обвинение, и разумно в этом смысле сделал, потому что ему раз за разом выносят. Но это стало главной темой избирательной кампании, и кажется, просто вопрос новости Трампа из суда становится теперь как бы главной новостной повесткой избирательной кампании, и непонятно, когда это изменится. С другой стороны, я рад, что выборы тогда, когда они есть, потому что это дает возможность планировать, потому что нужно, чтобы самолет был готов к посадке в момент, когда он подлетает к аэропорту, а не когда он, скажем, над океаном. Поэтому сейчас мы просто движемся, и все в руках ЗСУ и то, что происходит. А в Соединенных Штатах у нас, знаете, лето. Сейчас, вчера передали, кажется, большой остров сгорел в Гавайи целиком. То есть хватает всех, так сказать, ужасов наполнить новостную ленту, а то, что в это время политики бегают и пытаются привлечь к себе внимание, посмотрим, у них сейчас должны быть первые дебаты, непонятно, если Трамп даже согласится принять участие в этих дебатах, у него 50% поддержки. Но вот вопрос в том, сколько можно в него всадить этих копий обвинений перед тем, как этот корабль начнет потихоньку тонуть, потому что, видимо, надежда на то, что когда поддержка его начнет падать, тогда им можно будет более активно, видимо, заняться и посмотреть, что произойдет, потому что Трамп с 50% поддержки – это не то же самое, что Трамп с 5% поддержки среди республиканцев. Ми також стежимо за тим, як відбуваються ці перегони в Америці. Дякуємо вам щиро, що ви доєднуєтесь. Юрій Рашкін, політичний громадський діяч Сполучених Штатів Америки, був в етері «Апостроф ТІВІ». До зустрічі.